Привет! Вы снова смотрите «Звукосниматель» на ТНТ «Онега». Сегодня в программе телевизионная премьера видеоклипа «Трио Аскетикс» на композицию под названием «Французская». Работа над воплощением в жизнь идеи небольшого музыкального фильма длилась почти целый год. В процесс производства были вовлечены хорошо известные в местных профессиональных кругах операторы, режиссеры и сценаристы, а также друзья и знакомые музыкантов группы «Аскетикс». Две недели назад в тесном кругу участников съемочного марафона состоялся закрытый показ для своих, а затем клип отдали на суд интернет-пользователей. Сегодня пришел черед и телепремьеры. Кстати, ближайшее выступление музыкантов группы «Аскетикс» живьем в клубе «Завод» 15 февраля в 8 вечера. Thank you.
Мы группа «Мама Чоли» из города Костомукша. Приехали к вам на запись. Это Вячеслав, бас-гитара Артем, соло-гитарист, барабанщик Максим и вокалист Сергей. Ага. Как долго вы играете в Костомукше и часто ли там выступаете? В Костомукше мы играем давно. Играли в разных коллективах. Вот сейчас собрались воедино и назвались «Мама Чоли» буквально недавно. Тогда поподробнее, что означает название такое необычное? Ну, «Мама Чоли» – это вообще, конечно, очень веселое для нас название. С ним связано кое-что личное. И вообще, «Мама Чоли» – это дикая мама. Чоли – это племя мексиканское. Она работает и не дает никому спать. Да-да-да. И мы точно так же работаем и не даем никому спать. Мы играем свои глупые песни. О глупых песнях. Тогда как называется первая вещь и о чем там? Кто расскажет? Ну, первая вещь, наверное, я расскажу. Называется она «Сначала начать». Песня о том, что живет, значит, обыкновенный человек в жизни. У него, ну, ничем не отличается от других, такой же, как все. Но в жизни у него что-то не получается. Он хочет начать ее заново. Хотя он абсолютно такой же, как и все. Если не сильный, самый смешной. Если ты пойдешь со мной дорогой верной, то никогда не вернешься домой. Вроде бы быстрый, на руку чистый, абсолютно нормальный, на язык не злой, а в руке мобильный и доход стабильный. Весь такой невинный парень молодой. Рубашки на одной арене против быков сражался парень, защищая интересы волков. Лел в землю, пальцами равняя грунт, но ноги не идут и некуда свернуть. День проходит, солнце
На сегодня наша музыкальная программа закончилась. Свои эксперименты телевизионные над петрозаводскими и карельскими музыкантами мы продолжим ровно через неделю. А перед тем, как программа «Звукосниматель» покинет сегодняшний телеэфир, посмотрите анонсы грядущих концертов. Я прощаюсь. Пока. Сегодня, 14 февраля, в пятницу, группа «Револьвер» дает концерт в клубе «Зигмунд Фрейд». Публику ждут песни с недавно вышедшего винила группы и мелодии с предыдущих альбомов, начиная с самых ранних. Двери клуба для публики откроются в 20.00. В концертный понедельник вечером 17 февраля на сцене арт-кафе FM творческий дуэт «Латте», «Кофе с молоком», «Черное и белое», «Он и она», «Голос и гитара». Репертуар дуэта состоит из кавер-версий известных исполнителей и песен собственного сочинения. Занимать столики рядом со сценой можно, не дожидаясь 8:30 вечера. Вход на концерт свободный. Музыкальная среда в арт-кафе FM на этой неделе, 19 февраля, посвящена группе «Нирвана». Петрозаводский коллектив «Untitled» приглашает всех неравнодушных любителей музыки отметить день рождения Курта Кобейна. Само собой разумеется, под кавер-версии песен именинника. Начало праздника в 20.30. За вход на концерт денег не возьмут.